Параллельное время. Приветствую вас. Как помните, мы изучаем вторую часть руководства. Вознесение. Как это делается? И сейчас наше внимание сосредоточено на главе «Установка на дух». Мы подошли к разделу «Параллельное время» и последовательно узнаем о структуре времени в духе, согласуется ли это с духом и истинную перспективу духа, или уровни параллельного времени. Итак, следующая методика даст тебе ощущение о структуре времени в духе. В последующем изложении я буду писать сейчас большими буквами, чтобы подчеркнуть, что это момент, когда ты слушаешь этот материал, и что я имею в виду не множество сейчас пунктов, недоступных обычно твоему эго, но духу, естественно, все эти пункты доступны. Этот сейчас пункт находится там, где ты сейчас, и где находится твоя энергия, с которой ты можешь работать на всех уровнях. Предыдущий сейчас пункт прошел, и твое эго не может вернуться обратно и что-нибудь изменить. Следующий сейчас пункт еще не наступил, так что здесь эго тоже не может еще ничего сделать. Ты можешь представить время как узкий мост через пропасть. Все расходится во всех направлениях, но сконцентрировано в маленьком сейчас пункте. Твое сознание – это мост из прошлого в будущее. Все должно протиснуться через игольное ушко сейчас. Будущее течет через сейчас, чтобы стать прошлым. При протекании ты можешь его, будущее, изменить, по-новому определить, усилить или отречься от его прохождения в прошлое, как части своей личной истории. Например, представь себе ситуацию, которую ты очень хотел бы изменить. Ты стоишь на мосту времени и видишь ее ситуацию, идущей на тебя. Она просит разрешения вступить в твое настоящее. Скажи ей, что она может вступить в твое настоящее, если только изменит себя. Переделай ситуацию. Идет ли речь о человеке, разговоре или результате какого-нибудь поступка? И тогда пропусти ее. Ты изменишь этим энергию этой ситуации сейчас в пункте. Эта техника изменяет синьку реальности и делает тебя архитектором твоей реальности. Дух работает на линии времени, которая ведет в каждый сейчас пункт. Время является лишь дальнейшим измерением, и ты можешь в нем так же легко передвигаться, как в пространстве. Так, пространство, в котором ты находишься, действует как точка фокуса. Сейчас пункт, в котором находится твое эго, является также точкой фокуса для твоего «Я-Духа». То есть, сейчас пункт является местом встречи эго и я-духа, точкой единства, в которой ты можешь изучить в полной мере свою личную силу. Желать, чтобы в будущем что-нибудь исполнилось, бесполезно.
Твое эго пытается перепрыгнуть через линию времени, но не может влиять на будущее. Это подобно тому, как ты хотел бы поднять что-то тяжелое, не находясь в равновесии. У тебя нет точки опоры, и ты упадешь. Итак, как ты можешь воздействовать на будущий сейчас пункт из сейчас? Через свое поле. А как это делается, будем постигать в следующий раз. Всех благ!